Всем доброго денечка. Вчера ездила в светофор. Хочу вам рассказать, что там путного для себя я купила. Курага вот вроде бы даже приличная. По 104 рубля. Соус Рика уже готовый на 4 порции. Сказали, что очень вкусный. Мне знакомые посоветовали его. Он по 43 рубля. По смешной цене семга и форель. По 59. Я, конечно, очень сильно сомневаюсь, что там будет что-то очень сильно хорошее. Но попробую. Перец в пакетиках по 20 рублей. Вот что понравилось, так вот это вот такое вот печенье кругленькое, шарики. То есть 500 грамм, 100 рублей стоит коробочка. Но печенье само по себе вкусное и шоколад хороший. То есть ни затхлости нет, ни пальмового масла не чувствуется. То есть вот его точно посоветую. Колготки, мне кажется, одноразовые по 40 рублей. Но на один раз пойдет. Соевый соус там очень недорогой. Вот такой стебель бамбука. В принципе, фирма хорошая. 70 рублей стоит литр. За литр эта цена. Пол-литровый соус к шашлыку 40 рублей. Да, 41 что ли стоит. Ну, еще паста томатная тут за 20 рублей. Тоже, конечно, что-то очень дешево, но попробовать можно. Огурчики еще взяла на соляночку. Они хоть и крупноватые, но выглядят так приличненько. Банка литровая 70 рублей. Еще вот такие вот помидорки черри взяла. Они 43 рубля там сейчас стоят. Но самое главное, мне понравились контейнера. Сейчас я вам их покажу. Вот такие ящики пластиковые купила для хранения. У них сверху вот так удобно крышка открывается. Они полупрозрачные. То есть можно положить туда и все будет видно. Это, конечно, для тех, кому нужно, чтобы было видно. Ящики очень вместительные. Можно ставить их друг на друга, потому что... Хоть крышечка не сильно такая упругая, но вот здесь можно посмотреть, что здесь вот есть жесткий бортик, то есть упор будет на него, то есть она у вас не проломится, если вы поставите друг на дружку. Производитель Россия, Татарстан. Не знаю, на сколько литров, но они большие, очень такие крупные. Взяла их аж 10 штук, чтобы сложить все барахло ненужное, всю мелочевку. Ну вот, в принципе, и все. Удачных вам покупок и всего самого-самого лучшего.